В территориальном избиркоме подвели итоги по выборам депутатов городского совета 5-го созыва. В голосовании приняло участие более 18% северодвинцев. В каждом из 13 существующих городских округов определено имя народного избранника. В первом избирательном округе побеждает Алексей Новиков. За него проголосовало более 41% избирателей. Явный лидер определился и во втором округе. Им стал Владимир Милехин. Он набрал почти 57% голосов. В третьем округе победил Владимир Рудь. Свое доверие ему выразил 41% избирателей. В четвертом округе 46% голосов набрал Игорь Воронцов. В пятом почти с 33% победила Татьяна Юрьева. Шестой округ возглавит Андрей Чурсанов. Он набрал более 27% голосов. В седьмом округе лидирует Ольга Ворзунова. За нее проголосовали почти 36% избирателей. Интересы жителей восьмого округа будет представлять Александр Сардак. За него проголосовали почти 28%. Александр Микляев с 30% стал победителем в девятом округе. В десятом безоговорочную победу празднует Ольга Лыбышева. За нее проголосовали почти 43% жителей. В одиннадцатом округе претендентов обогнал Николай Трухин. В его копилке 48,5% голосов. В 12-м округе более 59% набрала Нина Андреевская. А интерес 13-го округа будет представлять Александр Заборский. Свое доверие ему выразили почти 53% избирателей. Информация по партийным спискам еще будет меняться. Только что в избирательной комиссии подписаны протоколы по голосованию. Данные по единым округам предстоит направить в систему Госвыборы, которая позже распределит депутатские мандаты. Однако уже сейчас известно, 5% барьер преодолели партия «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и партия «Родина». Информация по партийным спискам будет уточнена к концу недели. После этого в избиркоме приступят к распределению мандатов по единому округу.